читаемая. На самом деле Меев выставил клюшку и передачу на Кутейкина перехватил. Это не потому, что Кутейкина сейчас вообще... Внимание! А это Мартин Шкарсонс вновь забивает в ворота рижской команды. Кубецкий с такой впечатлением не ожидал, что шайба отскочит так сильно на пятак. Ну и Мартин Шкарсонс, обратите внимание, как резко прибавил ногами, опередил он в этой ситуации Эштона, который появился из штрафного бокса и с близкого расстояния переиграл Гудлевскиса. 4-1. Да, тут, конечно, интересно посмотреть повтор с запасом по времени, чтобы понять, есть ли вообще основания для претензий у Антипанса. Для Спартака первая минута третьего периода получается просто идеальная.